Если вы настоящий путешественник, для вас нет никаких преград, вы никогда не смотрите, какая погода на улице. Сегодня ноябрь месяц, но уже лег первый снежок, еще нету 10-сантиметровых больших сугробов, и поэтому мы выбрались погулять в сторону Прибрежного, в сторону Тольятти, посетив некоторые локации, которые мы посещали летом, которые мы посещали осенью. Сегодня мы хотим посмотреть, как это выглядит зимой, как настоящие японцы. И да, всем здравствуйте! Сегодня тут настоящее, блин, зимнее безмолвие. А не так давно я тут шел, охреневая от жары с кучей всякой летающей живности. Идешь себе, блин, такой идешь. Открываются офигенные просто виды. О, и турист с качелями наперерез стоит. Какая красота! Как же здесь красиво, блин, в любое время года. Просто непередаваемо. Минус во всей этой истории только один. На таком холоде очень быстро садятся аккумуляторы всех наших гаджетов. И вот сколько материала успел я заснять, столько получится выложить в видео. Но будем думать позитивно. Вот какое-то время назад мы были вон на той верхней точке. Это как раз тот самый мыс красоты, который открывает очень красивые виды на Волгу, на природу Прибрежного, на самарскую природу. А сейчас мы спустились вниз. Это озеро мы видели как раз сверху. Я не знаю, попало оно в объектив, в камеру или не попало, но вот сегодня мы съехали вниз, в общем, для того, чтобы более подробно изучить нижние достопримечательности. Друзья, погода просто исключительно изумительная. Ни ветра, ничего.
Легкий морозец, там минус 12 в районе где-то. А на кустах такие прямо как серебро. Искорки, все в искорках таких, как в капельках в стеклянных. Вода в озерах замерзла, но лед еще не очень толстый, где-нибудь, наверное, сантиметр, ну, полсантиметра вот так вот. То есть есть все шансы провалиться, если полезть. Замечательно путешествовать. Приехали еще на одно сакральное туристическое место Самарской области, которое называется Грушинская поляна. Прямо за мной находится то самое озеро, где устанавливают сцену в виде гитары. Ну и, соответственно, фестивальная гора, фестивальная поляна. Тут вот как раз вот за деревьями прямо те самые лавочки на склоне располагаются, на которых сидят зрители, которые, ну, слушают, в общем-то, концерт. Зимой здесь, конечно, виды совершенно другие. Летом здесь все в зелени утопает. Сейчас снежок, чудесная погода, солнышко. Walk with me. Down the road, there's sunshine and light. Say you go. Здесь проходит Грушинский фестиваль. Виды, конечно, обалденные. Очень красиво. Там Волга, горы наши жигулевские. Я забралась вот по этой лестнице. Высоко очень. И она туда еще выше идет.